Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об упаковках, но, к сожалению или к счастью, не о кухонных упаковках. Пришел чехольчик с AliExpress с распродажи для новенького ноутбука, лэптопа. И это MacBook. Давайте уже посмотрим. Я начинаю. Поехали! Такой фейл записать без звука, ну, в принципе, ничего страшного. Все равно это видео много людей не посмотрят. Собственно, все приезжает вот в таком пакете, который я уже только что распаковал. Сейчас сами считайте, сегодня 10 апреля, распродажа когда была пару недель назад, да, может быть, чуть меньше, чуть больше. Приехала, единственное, что могу сказать, и уже об этом говорил, email-доставка – это самая шляпная доставка по Российской Федерации. Но AliExpress сотрудничает с этой курьерской службой. Собственно, офисы везде непонятно где находятся, в городе, в конце города. В общем, дико не рад в такую погоду, в слякоть ехать туда. Что у нас в комплекте? В комплекте у нас присутствие заглушек пластиковых для всех четырех USB Type-C портов и для одного порта наушников, чтобы это все можно было закрыть от пыли и всевозможных посторонних предметах. Также у нас присутствие тряпочки синенькой, очень хорошо. В комплекте, помимо чехла, который стоит чуть меньше 1000 рублей, вы можете получить, точнее вы получите. Это у нас вот такая вот силиконовая накладка на клавиатуру, для того, чтобы не затирались клавиши. И непосредственно просто пленочка для того, чтобы вы могли наклеить на экран, если вам это будет интересно. Сам чехольчик состоит из двух частей. Это крышка, которая у нас в отдельном блистере находится, в отдельной такой штуке. И непосредственно крышечка, которая также шла в комплекте. Здесь у нас присутствовала вот такая вот прокладочка, чтобы это дело все во время транспортировки не треснуло. Был выбран прозрачный цвет для того, чтобы был виден цвет самого продукта. Он у нас является Space Gray. Пока шел чехол, я использовал вот такой вот чехольчик. Видео есть на канале. Очень удобно. Войлочный с заменителем кожи. Меня полностью устраивает. Но для того, чтобы транспортировать Mac, в принципе, достаточно будет вот такого вот пластикового кейса. Давайте я сейчас быстренько одену ноутбук в этот новый чехол и покажу, как это все дело выглядит. Ну вот, собственно, примерно как-то так выглядит, соответственно, ноутбук в чехольчике. Нравится, что он прозрачный. В принципе, это пластик, он легкий, от царапин, может быть, от каких-то не совсем сильных ударов он спасет. Для транспортировки пригоден, удобен, и что еще хотеть. В комплекте идет дополнительные какие-то ништяки, они, наверное, входят в стоимость, но приятно, что как будто бы подарок. Собственно, в принципе, больше показывать нечего. Если досмотрели до этого момента, пишите, что вы супергерой. Хотя даже не пишите, потому что это такое в очередной раз проходное видео. Интересный чехольчик. Если вам нужно, если вы подыскиваете, стоит меньше 1000 рублей. Все ссылочки будут в описании. Обязательно подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить действительно красивые и полезные видеоролики. Обязательно проходите в наш чат в Телеграме, для того, чтобы, может быть, спросить или задать вопрос мне в чем-либо. Я обязательно вам отвечу. Ну и, конечно же, ставьте лайк, там, шер, колокольчик. Все это, как всегда, все ссылки в описании. Всего доброго. Пока-пока.